Вообще, вот сыкуны, сука. Мы его наказали, нормально. Уродите кого-нибудь. Сыкуны просто, сыкуны. Ну, типа, это странная фигня. Никто из вас не ходил в ЦЛК на этой неделе. Никто не ловил КД. Как я мог сейчас поймать КД даже при учете того, что я заходил в инс периодически? Это баг мог быть. Продление КД с прошлой недели, например. В прошлой неделе мы на фул закрывали ЦЛК. В прошлой неделе. Ух, я с вами не заходил, я вообще отходил. Поэтому у меня точно КД нету. А чё, там кто-то словил КД? Помимо япончика. Нет. 9 из 13 боссов убито на его КД. Вон я скинул скриншот. Ну года пройдем, да, ВР. Сейчас попробую перезайти в игру. Так ты 25-ку смотришь, вроде это не Гер, или он не... Кир, ты там скоро зайдешь? Там и то, КД целый. Там и то, там не пишет Гер. Две минуты. Так, а япончик что, нажал принять или что? Нет, ты ничего не нажимал. Это просто не так мог, просто да, исправь это. Этого. Ну вот я сейчас попробую. Пиши тикет, спроси, что за хрень. На замене еще двух людей не хватает. Это был Кирс и Крепость вроде бы, да? Давайте убьем вот этого, а то бой повесился. РБК и ЦЛК разные вещи, и тем более какое-то странное КД. Мы не могли, блядь, 9 из 13 убить, у нас на фул закрыт. Mm-hmm. Это типа либо какое-то левое КД, либо баг. Других вариантов нет. Вага, ты с вечерниками не ходил в ЦЛК? На этой неделе ЦЛК еще ни у кого не было. Бага же в рейде, или нет? Вот он стоит вместе с нами. Это не его КД. Линкую, значит, шмотки. Кому это надо, нам инспектор. Мгновенно, тебе все эти вещи нужны? Попробуйте меня сумануть. Дайте шкаф. Мгновенно, тебе нужны тапки и запы, верно? Ну, приоры у тебя все равно на них не хватит, значит, Намикадзе заходит вместо тебя. Медведа ешь тебе, что надо. А это, Алиастер, ты тут? А ну, значит, медведь да, остается за тапками. Чё пишешь? Мне пришло сон, но я не терплю. Штаны какие? Следи. Штаны будешь собирать? Следи? Ну, там про ничего не надо, вроде как, штаны. Ну, только мне. Но если они выпадут, ты будешь на себя забирать, да, их? Ну да, если не выпадут. А запястье? Ну, мне вот... Запястье, поножи, пояс мне не нужен. Читайте, что Хант вам вон пишет в рейд-чат. А, вон. Ну да, поножи надо. После... Ханты берут наручи Тоска? С кораблей на них запы. А пояс вы будете забирать? Пояс у меня есть. А броня? Что-то вообще не вижу, где... Ну, тогда... Третья, четвертая группа. Кто хочет послакать на замене? Третья, четвертая, повторяю. Первая, вторая, кто плюсанул, остается до конца рейда. Короче, мне пишет, теперь перемещение отменено, подземелье заполнено. Сейчас я выйду. Да напиши на форум. Ну, сейчас, не, похоже, буду писать. У нас фулл инст. У нас просто фулл инст на Микадзе зашел.
Есть, ну, ладно, кидай друга. Меня, короче, на замену, я пойду писать тикет. Заманите его, заманите его сейчас. Микадзе, ты находишься в 8-й группе, у тебя нету приора забрать тапки с ребра. Какого хуя ты забыл в рейде сейчас? Вот бы мне так сказали, какого хуя ты сейчас в рейде был бы рад. Короче, пока идем в 4 хила, Кирс в рейд. Япончик, они КД не снимают в любом случае. Что мне делать? Это объект. Ничего. Кому-нибудь нужен этот говнообъект? Да, нужен. Вообще, мы так и не попробовали нормально сумануть япончика, когда у нас был неполный инст. Да вон я вышел, он пытался зайти. Не-не-не, Настя, мне пишет, я already locked. А во время сумона сумон-то приходит? Приходит. В том-то и дело, что он приходит, а ну, я нажимаю. Я нажал, но не переместил. Сумон всегда приходит, если что. Нет. Короче, может быть, кто-нибудь зашел на мой аккаунт и что-нибудь поделать, только я не знаю. А грудь взяли попользоваться. Чистить трэш. ПОЕшки. Needed Void. Войд, услышал меня? Угу. Все, я сейчас приду. А это ленивый, давай я по ниде. У тебя домовой япончик подозвел. Домовой. Прочекай. Я немножко не понял, что ты сказал. Ну, домовой говорил. Какой малой? Домовой, блядь, малой. А, домовой, господи. Малой, домовой. Нет, я просто не понимаю, типа, я зашел, я увидел тебя в Раска в инсте, типа, потом сказали выйти, я вышел, изменилась сложность. Может быть, то, что мы РЛ-ку перекидывали, типа... Нет. Ты зашел, потому что ты первый в инсте зашел, и вот это твое говно КД. А увидел ты меня, потому что я зашел в инст, мне предложило принять КД. Так он в 25-ку зашел, он не заходил в герпл. А, или вы про гер говорите. Так у меня и на апочку нету КД, и на гер. Мне информация просто пустая, мне информация только на АЗС стоит. Ну ты посмотри на этом, на сайте последние входы в игру. Может кто-то заходил? Сейчас посмотрю. Там ну, почилил кто-то в 25-й. У меня был такой баг, когда просто КД повесил после ребута. Они отказались менять что-то. Так у него-то КД не висит информация. У меня, вон я скинул скриншот, у меня пустая страничка. Ты так и напиши, пока пустая. Вы болтаете, у нас роги проебываются. И ловушку не снимают. Неху въезжать в крипу, блять, она ровно под крипами стояла. Япончик, там должно быть два целка. Второе тоже пустое. Че, бьем? Мне кажется, если будет скрин, то что нет КД, а КД есть, мы должны скинуть. По факту ж нет КД. Сейчас попробую что-нибудь написать. Ну, у меня была такая же тема. Я ему скрины и все, что хоть не плевать. Прям видно, что нету КД, да? Да, я делал такие скрины, что все видно. Покажи второе целка. Просто, блин, я не знаю, как бы он сходил, по сути, было бы видно, что он в ЦЛК ХМ. Тем более ЦЛК ХМ с пудами собрать, я вообще что-то не видел, что всегда. Как ты это кажешь?
Они никакие логи не смотрят, им плевать. Чё там, ловушки есть? Всё, заходи. Кайф. Чё за хуйня, блядь? Две ж снял. Где там третий? Не снял, значит. Блядь. Ебаный кусок говна, Сирус. Они... Последнюю пару вот этих КД вот в этой комнате три почему-то стоит, блин, я сам. Всегда в этом зале стояло две ловушки. Всегда стояло. А вот уже ну, пару недель уже три ловушки тут появляются, вообще хрень какая-то. Ебать, нихуя себе нововведение. Надо поиметь. Что будет, если их все три активируют? Первая, вторая группа, кто хочет на замену. Вот эта троица остается. Как всегда наебал. Там уже надо говорить, кто хочет, только не. Ну чё, так мало желающих? Ты всё равно не отпустишь. Так, ладно. Они просто чувствуют Разводилова. Алиастра на замену. Кони. Он даёт нам спон, там у нас есть выбор, которого нет. Так, хорошо, Женек тогда на замену, Алиастра обратно. У нас не будет Лема. Нямка, у тебя же Лем, да, вроде? Да, ладно, не давай, не короче, последний раз, если давай, если после этого босса опять пиздец начнется, я ты сейчас... Ты уже на замене. Все, выгнали, уходи. Собирают у нас. Так, нямка у нас, значит, Велема, Норси в хилл. О, у нас Холли Пал появился. Да так, да, виска один. Или на ретрик. Чинка Холли Пала. С Монти недостающих. Моему МП5 освобожила радость. Из личинки когда-нибудь вылупится бабочка. У кого там сколько осколков? 19. Чакерс. 13 вижу. Собирает ты кто? Кирс? Это Лёха. Сейчас я у него спрошу. А рыбу поставить, пока спрашиваешь. А то тут голодные. Сейчас набросится и медведя сожжёт. Так, ну, пианист сказал, у кого больше что-то собирает, соответственно. Прости, значит, собирает. Так, прости, с основного состава. Нет, там собирает Джунуэн. Вошли, это наша кто-то с ДВ собирал? Создал тикет на форуме. Элрей, куда ты? А здесь я здесь. Меня, блядь, обнову запросила. А тут обнову уже второй раз идет по второму кругу. Да, там 113 мегабайт. Дебилы, блядь. Тебе с первого босса что-то надо? Вообще нихуя не надо. Сейчас я догружу эту хуйню, зайду.
Ну чё, Алой, значит, с Луцинем на боссе. Пул по отсчёту. Чё там, Фаластаур не дадут? Не знаю. Что, можно поставить какой-нибудь тотем? Я тотем поставлю. Я поставил, там Холипал уже пришел. Холипал пришел. Хантаж бей. РДД, ваш шип стоит. Сейчас все РДД ГП получат. Очень долго. Слева шип один. А можно сегодня вечером тоже эти тапки? Не знаю, с него запы вообще падают на танка, да? Видел танки? Бывает. Один раз. Что-то осколок можешь передать там? Бутеров уже. О, пацаны, не передаю. Тут квест не дарнявали. Сделать его, наверное, не будет. Забери осколок. Квест делать будем? Да, конечно, будем. Если сейчас продолжится флут, пока я раздаю лут, особо говорливый получит по сотке. Можешь забирать лутера. Как настроение? До скорой встречи! Трэш веду? Вы понимаете, да, пуляй. Давай, кастеров, я. Давай, веди. Разглядеть источник истинной силы. А чё было? Кожа, мускулы, кровь, что пульсирует в жилах. Всё это говорит о вашем несовершенстве. Дживс есть у кого? Надо. Сейчас тут, наверное, вайп, мне кажется. Милика, заберите одного. Нет вайп. Либо. Может поконтролить, да, мобов, вот как зациклонили одного, и никакого вайпа не было. Стоит Джесс. А кто всех-то согрел? Такой умный.
велосипед. Чей? По-моему, как сова откинула. Собачья задых. Но они побежали, эти кастеры. У них конченый ренджа. Они отбегают, и он отбежал в сторону РДД. Его откинули. Чтоб он не пошел, то были стоящие. Заберите. А лошадь дерни, блин, его может нет. Лужу уберите эту. Она забагалась. Это Женек ГП, бля. Это не Женек. Кто вот это у нас еще? Я ноженьку, нормально. Конечно, чего он на форуме не строчит? Вам надо найти своего драгона, который будет писать на Випразделе. Элрей, что там с обновой у тебя? Уже почти. Я надеюсь, хоть в третий раз оно не пойдет. Тебе вообще что-то надо с первого квартала? Где ж тебе говорю? Подамажить, нет, наверное, надо. Самого, да. Джайн вообще ничего нет. Все понял, намекать за рейд. За рейд пока послакаешь. Тоже захожу. Вага, короче, я посмотрел из Челябинска, то, что было только два входа. Я у брата спросил, он не заходил. Он вообще ни разу не заходил, там, как оказалось. А на форуме тикет создал, типа, когда ответит, когда ответит. Ну, ждем, что поделать. Выбор невелик. Не суммуйте на Миказа, я порткастую из целка. Можно по классике 255-го ТЦ. Все, ушел. Суммуйте. Ёбаная, сука, обнова. Медведь даешь слева на трэша, Луцинь справа. Алоэ еще поможешь грипнуть моба с лестницы и тоже будешь справа. Сделаем, на боссе у нас будет Алоэ вместе с Медведь ежем. Луцинь на трэше на второй фазе. Луциня лучше, у Луциня Т5 есть, у этого нет Т5. А, ну значит наоборот. Второй фазе Медведь еж на трэше. Два мага есть. ЦЛК Викли делаем. С первого пула не делается. Мне, в принципе, похуй, значит, зафейлится. Не бейте трэш сразу, мидики, не зафокусите, Дарнован. Я законтролирую. Короче, на пул. Йотан, если что, Дарнована к лестнице выдернешь, если он в куче будет. Обездот. Секунду, погоди. Окей. Секундочку. Только не дотай, чтоб его контролировать. Не-не-не, я это понимаю, что ну, РЧ все подтвердили, все готовы или нет? Да-да-да. Давайте шустрее, мне скоро этот приедет. Курьеру надо будет отойти на 2 минуты. Как вы смеете ступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой! Мгновенный трэш. Восстань и обрети не в силах. Противиться моей воле. Дайте пожатым на конце. Чё он там, багается или чё? Да, забагал. Новый трэш.
Фарада законтролить, законтролить быстрей. Ёбаный ДБМ, адмирал. А он, я так понял, пушки не снимает, да, адмирал? Да. РДД моб на лестнице. Прими это благословение и покажи чужакам мощь нашего господина. Стоп, по боссу. Довольно. Пришла пора взять все в свои. Еще трэш вышел. Трэш в первую очередь сливаем. На боссе помимо танков сидит только кровавый зор, добивает косты. Это трэш, залейте, освободите. Бегите трэш, пожалуйста. Все. Черепок. На Луцине на пул есть. Сейчас наберу. Геру дадите? Там лужа, вот цель. Когда Гера? Слишком мало. Подходите, там Т5, АОЕ, Талдарам. Дайте вихрь по Талдараму. По АОЕ на пол. Алоэ, дайте на пол, он очень далеко. Абдухов, получше бегайте. Я не бью. Да ты бей, у тебя 0 агро при 500. Тут не обязательно тебе... Кровавый взор, ты почему кассу не сбиваешь? Ты меня что, не слышал, что... Можно, короче, снять по моба. Вы что, блять? Бэры раздавать по хилам первым. Интересно. Энги, ты стоишь, тебе в жопу прям дух летит. Вы все духов ловить будете. Мили. Энги, блядь. Луцин, на пол... Ты что, дрочишь, что ли? Хилов приоритетно поднимайте. Бэры у кого еще остались? Я Настю рез. Давай, забирай, я на трэш пошел. Не могу. Пытаюсь. Нуль-Си, Войда, я медведаешь резко. Медведаешь вагу. Ты не в сил противиться моей воле! Справа трэш. За контроль. Фанки, которые на боссе, трэш ваш тоже, потому что медведаешь же нету. Старайтесь босса захиливать. Друг или палки идти. Здесь переправляйте. Бомжей дал. Йотан тоже бомжей, давай пытайся добить босса. Блять, духов нахуй вы хлопаете, вы что, их не видите, что ли? У меня сейвы кончились. За... Ты один на лое. Раскол. Ну, мне не так на боссе. Сейчас будет. Даркис раскол. Тучу. Там понты остались. Добейте. Пробуйте добивать. Давайте пытайтесь всеми правдами, неправдами добить. 200. 100. Есть. Господи. Квест не сделали? Сделали, сделали. Ребята, вы не видите духов вообще. Если надо ХП давать. Побежали сдавать, может вы ресните? Ресайте. За такие тапки. Так, вспышка мщения, особо отличившись. Кто у нас первая троица?
У кого аддон есть? У меня, я не вижу, показывает, нет? А я уже посмотрел. Первая троица получает матч по сотке. Вон я отправил. Ренги 2. Раска, Гея, Взор, Даркис, Нямка, Росгор. Да то на ласт фазе уже каскали добивать. Не надо. Дай сразу лутера. Но Энги это... Если про урон про игроков, то у меня Т5 сработало, убило. Фараде. Рад тебя видеть! Бежали, а кто взорвал? Пострадавшие вон, пока тут мекозонтик и так далее. Не отбежали, вон ниже ездишь. А кто взорвал, а не отбежал, это разные вещи или нет? Нет. Те, кто не отбежали, это те, кто взорвали. Те, кто пострадали, это те, кто рядом стояли. Ну а Донжи все показывает. У меня, кстати, немного по-другому почему-то. У меня лидирует Тулдарам Энджи мгновенно. Давай посмотрим полученный урон просто. Странно. Вон по своим надамажили. У него вспышка, а не автоатака. Он вспышкой уебал там 105-й. Мгновенная тоже вспышка. Ну, просто... Нет, я имею в виду вспышку мщения. Вспышка, там надо автоатака от духа. Вот открываем Энги. Атака ближнего. Ну сова 100% несколько духов взорвала вообще. На похуй стоял. Энги вообще, блять, уснул. Гею уебал. Кто еще кого-то? Ростгорна один. Так, я отошел. Там открыть дверь. Стандартный... Минута на 3-4. Слышали? Да. Спасибо. Стандартом рекаунте просто. Вот мстительная тень. И если вспышка, это значит человек просто АОЕшку словил. А если атака ближнего боя, это значит он, блядь, стоял и очком словил этого духа. И он взорвался. Потому что он, когда ударяет, он взрывается. Вот. Кровавый взор рога. Мстительная тень, атака ближнего боя. По этой хуйне. Че, япончик будет заходить? Ну, хоть очком, хоть не очком. Ну, блядь, эта хуйня, два духа, не вайпают рейд. Мы могли вайпануться вообще налегке. Тупой вопрос. Это за то, что я 4 каста сбил вместо тебя. У тебя видос пишет свой? Ну. А что, типа два танка сдохло, и что в конце произошло? Хилов мало, блядь. Там нормально, ты же на видосе за сову видишь, да, кто стоит? Долбится в глазки. Ну, в Энге я точно видел, остальные все, я говорю, вон в рекаунте. Знаешь, ГП будет начислен просто после видео просмотра. Вон, ямка, атака ближнего боя. Вот, если... Ребята, у вас пул босса? Нет, трэш, перед кораблями. А может кто-нибудь сейчас один выйти, чтобы я смог скриншот скинуть администрации? Чтобы вот у меня надпись была в чате, я уродил. Чтобы я это мог отправить. Да мне кажется, тебе проще. Исполнено будет. Танк тоже словил. Слышите, они вроде хотят. Вот, все. Даркис. Все мне показалось, я вроде Сань. Они ж вроде хотят скриншот о том, что типа КД висит, а не то, что тебя не пускают. Я, типа, думаю, он мне написал, здравствуйте, да. Информация о ваших КД не указана. КД на целках, и нет сообщений о том, что у вас КД. С чего вы сделали подобный выбор? Но а скриншот прикреплен. Сделали два скрина, то что вот написано already locked, и выйди из рейда, с кем-то рейд сделай, и зайди туда. Вот, с КДшкой вот этот скинь тоже. Я про это и хотел сказать. Они говорят, типа, ты бредишь, у тебя нет КД. Походу, да, они думают, что такая хрень? Да, они думают, что типа, у меня нет КД. Сейчас напишут, обновите лаунчер.
А, почистите кэш. Винду переустановить. Зайдите через 2 часа, если проблема не исчезнет, то мы ничего не поможем. Зайдите через 7 дней, да, если проблема не исчезнет. Кровавый взор, я с самого начала сказал, на второй фазе. Ты там. Это подразумевает, что Рога сидит и сбивает касты, разве нет? Голень есть, ноги пинает на. Проня не было штанов. Да были штаны, на офспек забрали. Все в рейде? Короче, на пул. Нет, я уже 3 минуты кричу, дайте смог. На том корабле алоэ, на этом медведу ешь. Он отошел, курьер у него. После босса вернется, ничего страшного. Сегодня мы будем биться со смертельным врагом Лактарагар. Оркрон, взлетаем. Кто она там? Повтори, пожалуйста. Алоэ. Не знаю, просто на циркуле недавно стрел, как в ЦЛК ходят 25 хм, там вообще какая-то боль. Чё там? Я не знаю, прям жесткое запотевание. Чё там такое? Там типа обычная ЦЛК, обычный шмот. Ой, что там такое? Не за сложности или за мага? Для нас, для Т5 это РБК уже, а не ЦЛК. Куда полетели, заморозки не было. Все, полетели. Корабль под обстрелом. Заклинатели сюда, пусть заткнет эти пушки. Стоим? Да-да. Как... Прошлый раз до конца стоит. Как меня на корабль ты пошли? Это хорошо. Ну давай вон в два медведя трэш разбирайте. А я пойду покурю. Сядь в пушку, я не хочу стрелять. Настя, ты хотя бы получше Кирсу стреляй. Удивительно, я так лениво тыкаю одной рукой в контакте, другой рукой в пушку. Видимо, Кирс обеими руками в контакте. Ногой тыкает. Много, Миша, разговоров. Оружейники, огонь! На мой корабль! Сейчас ты умрёшь! Блять, тебя на 60 тысяч обгоняю, Настя на 2. Я не пушка, я вагон. Скилловая нога у тебя, чё?
Блять. Добивайте, уходите. Есть что-нибудь по танку, сэр? Паовые зубы там. Че ты, Миша, мне лечишь? Я на 40 тысяч больше стены не. Я завис. Я засыпаю. 100 тысяч добьете. Я к сакру дал ему. Вот смотри. На 100 тысяч. Ой, один раз не разрядился, тут въеживается. Видели, как я профессионально прожал каплю бабу? Есть осколок? Да, ну ты сколько вроде. Два счета. Поймаю. Вот дайте подкрестить. На, забирай. Вот там лут упал, конечно. Че вы с этой интой делаете? Едите, что ли? А мне, кстати, тоже нет. Тупеют на ходу. Две кнопки пас. Это че, одна маленькая, вторая большая? Не знаю, должно быть три кнопки. Main spec, off spec и пас. У меня типа две кнопки пас. Такая же херня. Конь пал... нахер пала вообще бесполезная. Но пал забрал. Да. Пал забрал счеты на майнспек. Что? Дайте проверить, чего вы такие жадины. У меня вот это вот было. Глаз лучше. Да, да. В два раза. Глаз лучше. Глаз лучше. Глаз лучше. Глаз лучше получается. Глаз лучше. Про товар лучше. Норси в кота, пока тут в сову, три хила прохилят. На боссе, значит, алоэ и луцинь, медведа ешь в сову, рычи на пул. Давай луцинь первый. МП5 по шаманам. Так чё, давай, босса запустите. Мутейшн подъехал. Походу япончику целка будет чинить. Да-да-да, походу. Мой мальчик погиб у врат гнева. Я здесь, чтобы забрать его. Они, скорее всего, какой-то древний откат сделали. И багнули. Какой древний откат? Чего? Ну, в плане там какую-то мелочь меняли, откатили ее обратно, и вместе с ней у кого-то могло КД появиться. Старое. Это я так думаю. 1:25, то что ты говоришь. Шанс. Пообещал его матери, когда она умирала, получается, что пройти через темный портал один. Неважно, умер бы я или выжил, мой сын остался бы цел и чист. Сегодня я исполню это обещание. Жалкий старик. Ну что ж, герои, хотите узнать, сколь могущественно племя короля Лича? Thank you.
Забираешь? Извинитесь, слуги мои. Что началось? Опа. Что там, две воли? Одна. Мы две воли? Тебя как подобает. В награде. Два, две, двое в счет, но... И предками. Одна. Дайте ДПС у кого-то. Там. Коника! Последний шанс отказаться от этой хуйни. Я его принимаю, Лага. Одобряю. Зависть. Бля, нормальные цифры, это ничего не дает. Пятизначные цифры есть? Какой-нибудь? На успе к рольчикам надо. А чё ролите? На счёты Алтора. Но друиды они же не идут. Блин, ребут будет через 15 минут. Там и босс успеет заявиться. Да идут они. Не, можно на друиды, но такое. Луцинь, медведа, ёж, это какой спек? Третий? У меня второй. Кинешь троид. Чё с орка упало? У Луцини вроде второй. Две печеньки и воля. Волю на оф роли? Нет, на мейн я забрал ДК. Ясно. Ладно, я ребутаю комп, у меня зависелся. Давай. Чё-то все зависли, да? Нет. А это ДК на месте газует тут. Да, это лой. А у Лока есть?
А есть скада у кого-нибудь? Есть. А я тебе что линковал? Ты по скаде линковал? Да. А в рекаунте сколько показывает? Понятия не имею, никогда не пользовался рекаунтом. Рекаунт говно. Может там цифры поприятнее просто? Вразка у тебя 25 по рекаунту. Одинаково, смотри, показывают. Там потому что дотки не учитываются, которые вагер... съедаются. Ты в вагере рекаунт накрутил зато на 2000 с копейками. У него же дотки от Т5. Вот вага, или кто там линковал? Взор. Вот сколько у магов? 23-19. У тебя по скаде 20339. Это я знаю. Мне просто только интересно, сколько в рекаунте не съеденного урона пишет. Потому что по рекаунту там всегда циферки выше, чем по скаде. Типа на паладина не действует, видишь, типа одинаково. Ну у тебя же доток нету? Почему пич порч? Давайте. О, блин, она же не... Она сколько висит? Пока ты бьешь, по идее, нет? Ну, она бесконечно на боссе висит. На орке точно. Че, мы профа успеем до работы? Нет, конечно. Какого профа? За 12 минут до ребута 3 босса. Вообще-то мы будем ждать ребута, чтобы убить даже тухлого, потому что кто-то уже отошел. Тухо, пусть мне нужен будет там поезд падает. Ой-ой. Чего, Радвар? Я говорю, тухо, пусть нужен будет там поезд. Хантам поезд не нужен никаким. Хантам есть. Ну, значит, Алиастра на замену. Радвар в рейд. Мы 10 минут будем в ребуле. Пускай я сначала почистить трёшь. Мы уже перед боссом, Радвар. Но мы этого успеем до работы. Просто лут надо будет соскринить. Нет, мы ждем ребута. После ребута убиваем босса. Дальше уже идем без каких-либо перекуров до концерта. Ладно, курить, я да? Тогда отойду на 10 минут. Да, ФКшите. Вы просто, у кто шмот лутал, прям сейчас выходите с игры, чтобы он сохранился. И все. Ну, чтоб в логи попало, что он был такой шмот. Мастер.